Михаил Иванович принимает поздравления с днем рождения от сына Павла. Огромной радости желаю, вдохновения, забудь про все обиды и ненастья. Достатка я желаю, много счастья, радость и смех, чтоб чаще в дом стучали, а в сердце, чтобы не было печали. На чужих трущобах городских и нежных слов я не слыхал, когда ласкали вы детей своих. Я ест просил, я замерзал. Что вы бросили меня, за что? Здесь мой очаг, здесь мой ночлег. Не признаете вы мое родство, а я вас прав, я человек. Знали ласки матери родных, а я не знал, и лишь во сне моих мечтаний в детстве золотых мать иногда являлась мне. Мама, если вы найдете тебя, была бы так горька. Край небоскребов и роскошных вилл, из окон бьет блестящий свет. Ох, если б не хоть раз набраться сил, вы дали мне за все ответ. Откройте двери, люди, я вас брат, ведь я ни в чем, ни в чем. Окно, чтобы найти тебя снова тут.